Конец недели не обошелся без пожара. На пульт огнеборцев в 16:36 поступило сообщение о возгорании в частном доме в рабочем поселке. Спасатели за 6 минут добрались до улицы Парижской коммуны 1, где произошло ЧП. Внутри небольшого частного дома пожарные обнаружили хозяина. Мужчину вынесли на воздух и передали медицинским работникам. Сейчас его состояние они оценивают как стабильное, серьезных травм петропавловец не получил. Возгорание удалось локализовать в 16 часов 59 минут. В 17 часов 11 минут его полностью ликвидировали. На месте ЧП работали 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Причины пожара сейчас устанавливаются. В результате пожара угроза была распространение огня на соседние здания, соседний дом, потому что здание находилось близ хозпостроек, ну и, соответственно, дома. И размер дома получается 5 на 7, площадь составила 35 квадратных метров. В результате пожара огнем уничтожена кровля на площади 35 квадратов и повреждена веранда на площади 2 квадрата. На данный момент проводится разборка-проливка, также происходит разведка по мелким очагам, чтобы не произошло обратное возгорание.